dvhub.ru. Были подтопления в 2013 году, потом в 2019, в 2018 частично было тоже там затопление, потому что низкие места. И народ, в принципе, оставляет места садоводческие свои, значит, уже, как сказать, в этой связи ищет возможность где-то здесь на материке, будем говорить, изыскать свои, так сказать, для садоводческих, так сказать, дел своих, новые места. Тем не менее, значит, ну и пожар, вы знаете, каждую осень там горят их, нет, удачи тоже, вот это очень сильно влияет. Плюс, значит, то поколение, которое, ну, возрастное, да, тоже, так сказать, молодежь едет только отдохнуть, да, покупаться, может, порыбачить и так далее, в основном. Ну, а то поколение у нас уже, которое заядлые садоводы, огородники были, оно уже, ну, либо бросает, либо вымирает. Ну, вот это большое влияние оказывает на уменьшение пассажиропотока. На сегодняшний день, значит, мы сейчас размещаем, значит, пункт на проведение, значит, перевозок пассажирских. Сумма, которая вами определена в смете, она выдерживается, может быть, даже будет меньше, да, в этом плане, потому что сегодня пока есть желание двух перевозчиков, так сказать, поучаствовать в конкурсе. Это Амурская пароход, ну, еще один там участник, как бы тоже изъявляет желание, значит, может идти вопрос на снижение цены. dvhub.ru